Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Это же... Как ты посмел Аню обидеть? В этот раз ты не сбежишь. А? Она с моста спрыгнула. С дороги, идиотка! Не твой уровень, дорогой. Пожалуйста, арестуйте его скорее. Нет, я домохозяйка, которая недавно звонила. Мне надо идти. Анечка! Анечка! Не понял, а что вы здесь делаете? Я же вас отправил на ярмарку. Ты долго какала, я пошла тебя выручать. Я за Аню испугалась и побежала за ней следом. Представляешь, какой кошмар. После этого нам было совсем не до питомцев. Подумать, только даже они оказались стянуты. Вы уж простите, такое пережили, пока я был в туалете. Нет, Ллойд, наверное, у тебя скрутило живот из-за моей ужасной стряпни. Прости меня, пожалуйста. Если не разрешишь его взять, я обижусь и в школу ходить не буду. Что за тебя нашло? Она просто прелесть. Знала бы ты, как я мучаюсь. Вполне представляю. Какая же я умница, справилась с преступником. Тайком ото всех защитила родную страну. Папа с бабочкой справился только благодаря мне. Я спасла целый мир. С горем пополам мы избежали международного скандала. Но я еле на ногах стою, и живот болит. Я помогла поймать плохих дяденек, но звездочку мне не дадут. Верно. Все, что случилось, нужно держать в секрете. Или это разрушит отношения между Востоком и Западом. Скоро об этом ни слова. А не то придет полиция, а думаю, ты уже не вернешься. Мы зря, что ли, с тобой мир спасали? У меня дома тоже появилась собака. Что, правда? А какая, расскажи, какой породы? Ну, белый такой. Сколько ему? Не знаю. Большой. Интересно, а кто милее, мой Визель или твой песик? Надеюсь, они подружатся. Это работает! Эй, Аня, можно я приду к тебе в гости? Эй, ты куда? А у меня дома собака есть. Ну и что с того? Наш мир обречен. Одной фразочкой заткнули простолюдинку. Великолепно, лорд Дэмиан. А? Разве я сказал что-то плохое? Восхищаюсь вашим остроумием. Что? Небось, дворнягу какую грязную подобрала. А как зовут твою собаку? Как зовут? Верно. Учту на будущее. Пёсель. Ты недостойна держать собаку. Зря время потратил. Какую собачке кличку придумать? Можно назвать как-нибудь вкусненько. Вкусненько. Арахис? Ты же говорила, что песик большой, а арахис крохотный. Внешний вид тоже важно учитывать. Внешний вид? Седая башка? Попроси-ка ты лучше маму или папу имя придумать. А я плохо придумываю. Собаки плохо выражают согласие? Хочешь умереть от потери крови? Или раздавить тебя? Показывай, на что ты согласен. Это мои перчатки! Отдай! Это я нашел! Мое сокровище! Эй, ты! Что ты делаешь с моим малышом? Проваливай, дворняга. Напугался вы, пусечка. Запоминай, вот здесь будет твой туалет. Мама любит порядок и рассердится, если ты написаешь где-то еще. Будь осторожен, чтобы не прибило. Так ты какать хотел? Навонял.